Что с ними? Весь день нервные. Мы обнаружили нечто необычное. Необычное и тревожное. Помните, вы говорили в Дели, что таяние полярных льдов может негативно сказаться на североатлантическом течении? Да. Это уже сказалось. Граждане, здесь область повышенной турбулентности. Мы встретили аномально высокий слой облаков. Нужно начинать широкомасштабную эвакуацию людей. Джек, это голая теория. И вот так льет уже трое суток. Господин вице-президент, не начнем сейчас, потом будет поздно. Я боюсь, время уже ушло, мой друг. Что можно сделать? Спасите, кого сможете. Слишком поздно, буря будет усиливаться. Что нам делать? Я приду за тобой. Ты меня понимаешь? Где будешь ты послезавтра? March 28. От режиссера, снявшего День независимости.